хоп и ушел. Ага, а вон, смотри, видел дырку? Я понимаю, что ты, Серега, это... Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала «Турист на всю голову». Извиняюсь, что давно не было роликов. Сегодня совместно с каналом «Кустанайские сталкеры» будет вылазка на химзавод. Вот он уже здесь. Поставили двухметровый забор какой-то, не знаю, с какой целью, в принципе. Ну, видно, хозяева появились. Постараемся в крайний корпус залезть все-таки и показать труп некогда могущественного предприятия. Сейчас только некоторые корпуса начинают работать нормально. Остальные так полуразвалены. Будет интересно. Че, погнали сейчас? Залаз у нас. По тихой грусти. Потихонечку, помаленечку. Главное, блядь. Главное не встать ни на какую бутылку или там на мину. Да. Аккуратно только ходим. Здесь еще тут. Погнали потихоньку что-то. Бля, сниму хоть эту маску, ебать, ты меня пугаешь. Террористы. Террористы. Аккуратно, аккуратно. У тебя еще такой рост, что тебя и слепой заметит. Кирпичи здесь палево. Че, аккуратненько вовнутрь. А вот он. Начинай, Серега, сейчас каждую секунду фоткаться, давай, начинается вот это. Ты пошли уже, зайдем, да и все. Погнали. Что ты, три кирпича сфоткал? Аккуратно, заходим. Наверное, сразу на этажи. Блин, давно и здесь не был. Серега, блин. Голуби здесь. Нам, короче, знаешь, главное это... С этой стороны не светится и все. Ты все прям подряд снимаешь. Да. Ну, правильно, хули. Доказательство. Ага, уголовного дела. Кстати, видел корпус? Вот это через один, там крышу им поставили, прикинь. Крышу восстановили? Новую крышу. Давай здесь по краешку походим. Я смотрю, палево, если с той стороны. И самый прикол, если с той стороны нам помашут. Пофигу, что ты? А? Пофигу, жизнь одна. Ага. Пофигу. Понял? Ага. Ну, я скажу, я салаву. Салаву. Капец, здесь до площади остались. Что, на крышу полезем? На крышу полезем? Вот через один корпус работает здесь завод. Я знаю. Поэтому надо тихо ходить. Желательно вот, чтобы этот напалива не было вообще. Здесь кирпичи делают. Ну да?
таким же этим, да? Ну, обстановка-то спокойная, знаешь. Вот здесь, я помню, этот пятак. Еще его видно. Может, кого-нибудь завалить туда, затащить и все. Вот они рядом заводят. Голубец. А здесь, в принципе, этажи, да, эти, все одинаковые. Здесь ничего такого прям нету. Здесь на один этаж он залез, и он одинаковый, похож на все. Только по сохранности они разные, все. Короче, наверное, как этот. Как, наверное, зал. 10 рублей. 10 рублей. Положи сюда 10 рублей и кури. Чего? Смотри, вилла там. Кстати, мы сейчас лезем по более палевной лестнице, чем та. Почему? Потому что с этой стороны же все рабочее. Что-то сюда. Твой трактор ездит, вот эту хуйню высыпает сюда. Кто это? А? Трактор? Да. Вот это. Кирпич высыпает. Дядька, подвези до дома. Мы один раз тоже этот очканули. В этот кучара, короче, лазили. И этот кучара лазим, короче. Машина подъезжает, прикинь, ко входу. Мы такие, да ну на измене, прикинь, че. Вместо дикую не сказать. А оказывается, он просто пасать забежал. Капец, прикол. Че, погнали на крышу? А здесь, здесь надо по краю идти, чтобы палева не было. Не, там вообще, ты что, вообще такую палево? Это все равно что. Да, когда-то был такой гигант, да, промышленный. А сейчас все. Корпус. Это вообще, да как зеркальная комната, как аквариум, блин. Нам только по краешку надо так ходить аккуратно, чтобы палево не возникало никакое. Однотипный, говорю, погнали на крышу. А короче, этот будем выбираться так же, как и зашли. Потому что там этот до забора, в принципе, чуть-чуть. И по крыше нам тоже сильно не светится бы. Все равно фиг узнает. Не выглядывать, ага. Ты прыгнул, да? А прикинь, ты такой взял парашют, прыгнул. Они тебя внизу там уже ждут. А я восстану же этот. Вообще на Дальний Восток поеду. Работать. Работать еще. На Дальний Восток поедешь. Я легких путей не ищу. Что-то. А вот уже, Серега, один пролет и все. Мы наверху. Как Карлосон. Да не, надо. Палю, Серега. Я понимаю, что ты, Серега, это на КСК там туда-сюда. Блин, там и ворота открыты. Алло. Вижу. Че, хочешь, чтобы он приехал? Ну, пофиг. Сейчас нам главное на крышу залезть, а потом тактично, так же, как и пришли, так же уйти.
прохудился. Тихо, тихо. Не, вы же галюники. Че, ты помыться хочешь? Пошли помоемся. В ванной комнате. Там брусчатку уже спальня дальше. Ну вот они, походу, это, наверное, забор это не для того, чтобы этот забор охранял, а для того, чтобы спрятать, короче, вот эту старую выпить. Наши кемат приезжает постоянно по новостям. На проверку. Ну, типа так. Не сказал я. Ты подумал. Если тогда не хим завод спрячь. Самая пасянская фигня будет. То, что сейчас вот эти верхние плиты, они что-то вообще доверить не внушают. А, ну вот он здесь. Смотри, уже что-то разбомбили, короче. Блин, сильно не надо не вылазить, да? Так, пригнись еще помалеку. Все равно. Чтобы, блин, выдержали нас. Опа, ушел. Ага. А вон, смотри, видел дырка? Да сейчас ничего не будет, а только прыгнул, хуякс улетел. Здесь нормально, по нихуя не будет. Че, погнали обратно, писал. Ага, что ты прыгнуть хочешь? Блин, ты самое палево. Самое палево. Самое-самое. Да, грамотно. Погнали, что-то едет. Сюда? Походу. Погнали, погнали. Ты куда сейчас? Домой, что ли? Ну да, все. Хорошего понемножку. Да пошли, я тебе покажу, где этот забор. Вообще, движняк, может, сейчас еще на этот задвигаемся. Можно на те здания. На санаторий можно? Санаторий? Нет, там есть куча зданий. Тоже можно. Сейчас посмотрим. Фига здесь. Сразу. Ну, погнали тогда на тот сразу. Что, кого? Ну, вот уже 12 минут мы лазим. Не пауза. У меня режим нон-стоп. Без остановок. Все, пока лестница все равно уже. Пониже. Да нет, давай поёкнем. Там просто разруха, наверное, будет. Давай пониже. На низ. Ты еще со своей балаклавой людей пругаешь. Как будто тебе в лицо никто не знает. Двери никуда. Тихо. Ушел. Ушел просто. Понимаю, здесь тоже вообще пиздец. Все открыто дело. Вообще, смотри, все разбито. Ага. Да я же давно уже был. В году на 16-м здесь лазил. В принципе, ничего так сильно не изменилось, конечно. Да, тебя восстановили. Ветерок.
уже какая-то суперсус, лазим везде. КамАЗ, ты видел трассу новую закатали? Прикинь. А ты куда хочешь ехать дальше? Все, в Бунгарец тоже звонит. Кто на крышу будет залезть, отличный вид есть. Посмотрим. А что это, кстати, что жарит? Что жарас? Университет застрял. Гасан, короче. Гасанов. Че? Вы сейчас сама аккуратно. Самый стрёмный момент. Серёга, ты что-то мне убийся, ну. Мы как так проходим? Видишь, ты, блин, ты вырос вообще? Чайник подумал, нахуй, что пестик. Чтобы он тебе сразу на поражение, да, баба? Мочка, ну, что, погнали? А здесь пока остается фигня. Не остановишь, что палево кирпичи. Палево кирпичи просто. Все, так-то вообще пофиг. Все, мы на свободе, короче, выбрались. Да не, мы сегодня не умрем. Да просто видишь, что эти компаньоны не те были на КСК. Ну да, еще бы не знаю, что бы, мотоцикл бы взяли еще бы с люлькой. За великом нас поймали. Да, короче. Сейчас запись бошну. Да. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Всем удачи. Пока-пока.